И всем привет, ребята, с вами Даниил, и, как говорится, батя в здании. И мы будем продолжать играть в Hot Wheels Time 3. И это третья часть у нас. Да-да, ребята, это точно третья часть. И как микрофон мой стал качественнее. В этот раз у меня залагала игра, как бы. Так, зайдем в вот эту комнату. Что там? Ага, там питание нужно подключить. Да, понял я. Ребята, а можно быстро вот так? Поторопись. Так, ну, по центру. Ладно, зачем мне просить, если я и так знаю нормально. Она что, вообще не открывается? Лол, вообще нафиг не открывается. Что за фигня-то? Ребята, теперь микрофон чуть-чуть подальше. Намного подальше, аж все. Ну, а чем мне торопиться-то? Ребята, если у меня залагает игра или что-то еще, то я сразу перезайду, поставлю паузу и все дальше буду проходить. Помехи. Это ужас, ребят, что помехи. This is Mr. Light speaking. Please excuse the interruption. Students, remain in your seat until the bell has rung. And no going in the halls without a hall pass. Я не понял ничего. Нифига не понял. Но очень интересно. Я сам не понял, как тут проходить там. Может, я сломал игру, чего? Давайте перезайдем, ребят. Ребята, я, к сожалению, понял, как это пройти. Ребята, я случайно просто поближе микрофон сделал, просто думал, что у меня такой же, как вчерашний. Так, ну надо туда пойти, да? Ага. А что здесь есть? Так, давайте пойдем туда сначала. О, а это кто? Yes, you used to точно, work вы раньше тут работали. Как ты? Alive. В порядке? Жало? Oh. Ой. Barb says Жало говорит, вы ищете коллег. Который ремонт бы не понравилось, что ты тут. Тебе лучше уйти. Ради вашей безопасности. Да сама уходи, вообще. Вообще маленькая попашура. Вообще, блин. Говорит, что мне капец. Я не верю, что мне капец. Не поверю. Я нашел батарею, да? Да, я нашел батарею получать. Ага, ну на их два. А второй где-то я не знаю. Я, кажется, понял, ребята, как это. Я не туда завернул, не туда. Надо было в другую сторону, оказывается, да? Или я неправильно понял? Итак, ребята, я сейчас поел. И кто сейчас тоже ест, ставьте лайк. Ну и подписывайтесь.
просто если без еды там видеть ролик, то это как бы скучно. Спидран, давай, ладно, шучу. Это прохождение третьей части. Давай уже. Нужно так быстро делать. Это кто там? Я не понял. Я не понял, я не проб. Я не проб. Я не понял. Сейчас. Просто похуй из меня битбоксер. Так, блин, куда же мне идти, ё-моё? Где-то эта училка ходила, а я не видел её. Я испугался. Чё, у меня слабая чувствительность? Ещё, блин, проходить эту фигню. О, да. А ну чё, беззарядная, чего? Ну ладно. Открываем дверь. Так, сохранение, а дальше... Я не знаю, что. Это кто? Это чё за чучело? Мария Ивановна? Это Мария Ивановна, кажется, или Ольга Олеговна. Нет, это... Ольга Олеговна. Тихо. Тихо, не надо меня. Не надо. Не надо. Подожди, подожди. Блин, страшно что-то. А, когда я на нее не смотрю, она бежит ко мне, да? Давайте. Бежим! Бум-бум-бум. Это Гелик. А это Гелик. Это вот бумага, а бумага это деньги. Уи, это ламбабщик. А это Гелик, вот. Блин! О, офигеть, как она близко. Блин, вообще. Вообще дуречка какая-то это Мария Ивановна. Нужно открыть вот так дверь. Подождать ее, да? Тихо. Тихо. Ага, нужно бежать, бежать, бежать. Да, так, давайте подождем Марию Ивановну. Так, она здесь, это Мария Ивановна. Блин. Офигеть, это очень сложно. Это невозможно пройти как-то. А я думал, она оттуда выбежит. Ладно, давайте. Давайте ее присанем. Чего? Ё-моё! Какая ты страшилища! Просто! Я не могу тебя видеть даже! Ребята, ну, Нона теперь по-умному, по-умному. Будет 5 частей это. По Poppy Playtime 3. Так, забираем батарейку и уходим, да? Так, быстро спидраним. Никто не видит.
Никто не видит, что я спидраню здесь. Ну, я это могу пройти на 100 попыток, точно. Я когда-то раз это проходил, но это было очень сложно. Так быстро, 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 быстро. Это очень сложно, как бы, ребята. Давайте поддержим меня лайком, чтобы я это прошел наконец-таки. Ребят, это очень сложно пройти. Нужно соблюдать 5 логических правил. Так, нужно подождать эту училку, ё-моё. Так, она уже здесь? Всё. А, она здесь, получается. Нужно как-то её обмануть, да? Да? Или я не правильно понял? Давай, подходи ко мне, я тебя... Не боюсь! Чего, офигеть! Как ты ко мне близко, ё-моё. Так. Закрываем дверь. Так, вставляем одну батарейку. А чего ты сломала дверь? Офигеть, это очень опасно, ребят. Так, ребят, я не понял, в чем прикол, но очень интересно. Ну, надо дождаться, пока она до сюда дойдет. Чего, офигеть, как ты близко. Я, походу, увидел, как это проходит. О, да, наконец-таки пройдем эту игру. Ё-моё. Ты чё? Я же тебя вижу. Ты чё со мной гонишься-то? Так, рычаг. О, да, наконец-таки я это прошёл. Это как бы нормально или... Я это прошёл. И там что-то есть. Батарейка? Стоп, это... Так, посмотрим, что за... А, я понял, кажется, для чего эта штука. Да, ребята... Ребята, к сожалению, я не могу дальше пройти, но если вы хотите увидеть четвертую часть этого ролика, не забудьте подписаться. И как бы, ребята, у меня микрофон стал получше чуть-чуть, потому что у меня был раньше тихий, там все такое. Короче, ребят, если вы кушаете... Если вы перестали кушать, то поздравляю, это уже конец видео. Ну, ребята, не буду затягивать, всем приятного просмотра и всем пока!